Так как я могу родить в любой момент в ближайшие 2 недели, я начала в ускоренном режиме готовить комнату к появлению малыша. Постирала всю его одежду, высушила, расставила все предметы гигиены, подгузники, салфетки и начала организовывать его шкафчики. Вещи оказались немного мятые, поэтому я решила сперва их сначала немного отпарить, а потом уже сложить. И, кстати, как складывать, я посмотрела на ютубе для того, чтобы все в шкафчиках было очень красиво. Я также купила органайзер для шкафчиков, потому что мне кажется, что мне легче будет соблюдать чистоту и порядок, если они у меня будут. Ну и посмотрите на результат. Красота, не правда ли?